Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». В прошлом сезоне выращивал новый для меня сорт сладких перцев, это сорт апельсин. И вот этот перчик очень меня порадовал. Перец сладкий апельсин получил свое название от южного солнечного фрукта. Благодаря экзотической ярко-желтой оранжевой раскраске. Действительно, окраска у него очень красивая, выглядит ну просто замечательно. Но с этим цитрусом его роднит не только цветовое сходство, но отчасти и внутренний мир. В кавычках. Сладкий на вкус, ароматный, он по праву считается настоящим деликатесом среди других перцев. Перец очень любит тепло и солнце, поэтому сладкий апельсин является удачной находкой для регионов с прохладным климатом. Сорт приспособлен для разведения в центральной полосе и даже северо-западной. В непростых и для теплолюбивых посленовых условиях сладкий апельсин не только растет, но и хорошо плодоносит. Поэтому каждый любитель может с пользой приукрасить им часть своего огорода, что я и сделал. Он неплохо переносит температурные перепады, повышенную влажность воздуха, при этом приносит неплохой урожай в таких неподходящих, казалось бы, условиях. Действительно, прошлый сезон был не очень благоприятный, но однако перчик апельсин вырос довольно хорошо. Перец сладкий апельсин относится к среднеранним сортам и обычно выращивается при помощи рассады. На рассаду я сеял его 15 марта, ну а рассаду высаживал грунт во второй половине мая под укрытие. Сладкий перец апельсин имеет плоды среднего размера в виде конусов, их длина приблизительно 10 см, стенки толщиной 5 мм, то есть он не очень толстостенный, имеют тонковую глянцевую поверхность. Средний вес конусообразных снизу скругленных плодов около 40 граммов. Один куст может принести урожай в 25-35 перцев, то есть плодов довольно много. Эти плоды растут на аккуратных и компактных кустиках, которые не сильно разрастаются вширь, что позволит сделать плотную компактную посадку даже на небольших грядках. Но в то же время плотные посадки сладкого перца апельсин порадуют вас неплохим урожаем, если вы будете правильно за ним ухаживать. Особенность сорта апельсин заключается прежде всего в уникальном вкусе и аромате. Мякоть овоща содержит в себе большое количество сахара, витамина С, каротина и прочих микроэлементов, комплекс которых позволяет считать сорт самым вкусным, сладким и при этом удивительно полезным. Плоды употребляют в свежем виде, а также используют для приготовления кулинарных блюд, зимних заготовок. Отсутствие избыточной влаги в мякоти перца апельсин позволяет высушивать его в форме небольших кусочков, получая тем самым вкусные сладкие цукаты, полезное лакомство для взрослых и детей. Вот такой замечательный сорт сладких перцев апельсин. Очень он мне понравился и планирую его выращивать и в этом году. Так что могу посоветовать и другим огородникам попробовать этот интересный сорт. Ну и в конце пожелаю всем выращивать перцы, получать хорошие урожаи. Всем всего самого доброго. До свидания.